Sunt foarte bucuros că am avut aceste puncte, că am câștigat de mult. N-am învins și, după cum vă spun acum, la o echipă cam era jos. Astăzi, cred că victoria de astăzi ne va da o încredere și mai departe toate vor fi mai bune. În orice caz, băieții astăzi au jucat foarte bine, le mulțumesc mult. Мне соперник перестроился чуть больше с уклоном на атаку. Мы ответили сменой места опорных полузащитников. И чуть-чуть ребята не допоняли сразу. Поэтому где-то начали возникать какие-то там полумоменты наших ворот. Потом разобрали, сделали замену, в принципе, успокоили игру, забили третий мяч. Можно было и раньше это сделать. Хотя надо признать, что и у Санта-Георгия были опасные моменты. Штанга перекладина. Где-то повезло, но без везения не бывает. Пожалуйста. Он чуть приболел, как бы подустал, много игр, и решили дать ему отдохнуть. У соперника играл вот этих футболистов, которые совсем недавно перешли из Шерифа. В этом матче был какой-то так? Ну, не знаю, воспитанники Шерифа хорошие футболисты, которые в каждой игре стараются, наверное, показать себя, чтобы попасть в первую команду. И что они говорят Петру Кубе, что они сейчас